Всем привет, ребят! Доброе утро! Короче, решил начать утро не с обзора, там на рынках ничего у нас в принципе не поменялось. Вчера после стрима я еще бегал на подземочке, кто вчера был на стриме, красавчики видели. Мы вчера фармили в конце подземки, и я вот решил позадротить, и честно говоря, офигел. Почему? Сейчас я вам покажу, постараюсь показать. В общем, поехали на любую подземку с последних восьмой кошмарки. Я думаю, что за фигня, почему они не проходятся на 3 звезды? Так, даже сейчас, по-моему, да, без разницы там, в принципе, какая. Вот, вроде простая подземка. Топовые у меня герои, то есть кидаем душика, кидаем ворожея, да, вроде все круто. Сейчас даже без магии с вами попробуем пройти ее. Кинули зефира. Он внизу всех разобрал. Ну, в общем, остались по центру. Ну, я без магии сейчас показываю. Потом второй вам трэш покажу с магией уже. Вроде все так неплохо получается. Ледяха, как обычно, затупил. Сейчас попробуем повторный заход, чтобы было все по красоте. По максималке заходим, магию берем, магию самую веселую. Идем обратно же в подземку 7-9. Вот кидаем магию в центр, пусть она там долбит, пока разбивает все. Как видите, нормально дамажит, она там частично процентуально. Выкидываем глыбу. Полетела глыба у нас через весь этот, передавила. Выкидываем заморозку. Опять Феникс не достал. Ну ладно, бог с ним. Вот, вроде как видите, 26%. Все круто. Минотавр ударил, 81% уже. Так, душика у нас слили. И то это тоже не беда. Что у нас осталось там по таблетках? Вот в центре осталось 3 таблетки. Кидаем где-то здесь седнушку. Она сейчас резнет всех. Еще раз Минотавр ударил. Или не ударил. И вот посмотрите, ударил вроде. Судя по резу. У нас осталось 92%, ребят. 92%. Минута 30. И внимательно смотрим вот сюда. Я не бегал, никогда не придавал значения. Посмотрите на урон по этим таблеткам. Вот и посмотрите на время. Минута 30. Это уже герои как бы, ну, осталось у меня. А, еще у нас здесь вот осталось. И на башню смотрите. Что за фигня? Я не бегал, не проходил подземки. Смотрю, что другие там тоже не проходят на 3 звезды. В принципе, герои уже... прокачались дальше. И вчера я бегал не только здесь, сейчас покажу еще на других. Смотрите урон по таблетках от цепа. Урон по таблетках от цепа вообще просто смешной. 3000, 1700, 1500. Что за фигня? Вот 2000. То же самое по башенке. У меня осталось просто недобитых 4 здания. Всего-то 4 здания, ребят. Уже меньше. 1,5 минуты. Тут уже даже героя мне осталось, по сути. У меня есть 3 питомца. Это вот кролик, цепь и феникс, которые бьют зонально. Посмотрите, у меня цепь до сих пор не может разбить. Это просто пипец. Он не миссает ничего. 24 секунды остается. Тысячу ударил. Вот по башне ударил 1000 просто. Как вам такая фигня? Это, судя по всему, насколько я понял, это защита от этих демонов или чего. Ну, посмотрите, вот просто тупо 1,5 минуты у меня не может он разбить. Получается, они получают деф. Офигенная тема. Вот я тоже себе такую хочу. Смотрим, сейчас будет
Выцеливаем цепелина, посмотрим, по чем он бьет по зданию. Правда, тут нифига сейчас не видно. Вот видите? Сейчас нигде защита... А, не, есть. Вот так и срабатывает защита по таблетках. Но видите, она рандомно идет. То есть... Вот эта таблетка светится. Я тоже такую тему хочу себе. И тут без разницы как. Вот смотрите, даже без магии я сейчас буду бегать. Я надеюсь, Феникс, хоть когда-то ты ударишь. Тут уже Феникс выносил сбоку. Он что-то он тупит. И все равно вот эта вот хрень остается. Остальные таблетки нормально сливаются. То есть вот ударил по таблетке. Посмотрим, сколько цепа прилетит по таблетке сюда. Вот. 278 тысяч. Удар цепелина по таблеточке. Нормальный такой удар, как видите. Подрываются, все нормально, сливаются. Дальше просто пипец. Минотавр ударил. Вот, Минотавр сейчас ударил, рям 200. Сейчас, может, он опять ресница ударит, попробую, но я в этом очень сомневаюсь. У нас осталось опять 92%, ребят. 92%, у нас осталось две таблетки вот вверху. И одна внизу. А, нет, есть еще одна. Пусть добьет. Пусть уже добьют. Я уже пробовал разные вариации. Но это просто жесть. Какой бездонат здесь может это сделать? Я даже не знаю, что тут бездонаты проходят. Но даже таким составом, вот как у меня, сейчас я поставлю туда защиту. Седнышко. Вот, Минотавр еще раз ударил. Или не ударил, вроде ударил. Это не спасло. Посмотрите на верхние таблетки. Просто чисто бред. Я, конечно, в шоке. Я не знаю, но... Я просто не присматривался, не смотрел на эту фигню. А, давайте возьмем сейчас магию. Сейчас попробую еще один вариант покажу. Кайфовая магия. Почему такой темы нету на битве гильдий? Вот реально, была бы такая тема на битве гильдий. Пока не убьешь героев, которых ты уже на сегодня, по сути, не убьешь. Потому что уже так намудрили, что их просто нереально слить. Магию оставим наконец на добивалку. Блин. Вот, включился Феникс. Смотрите, Феникс разбивает таблетки. Все, он разбил и здесь, и там. То есть по центру у меня осталась вообще фигня, по сути. Половина. Кидаем Зефира сюда. Это полный трэш. Я не вникал никогда в эти подземки. Вот начал, решил вчера с вами попроходить. И я просто в шоке. Вот, Минотавр ударил. 92%, ребят. Вот у нас осталось, по сути, сколько там? Три здания. Три здания и пару героев. Может, такой вариант прокатит. Кидаем, вот смотрите, сколько у них там жизни. Кидаем глыбу. Полетела глыба. Ну, как видите, эти бьют вообще фигню. То есть демоны дают реально защиту. А, кидаем метеор. О, метеор работает, вот. Это просто пипец. И то я смотрю, он не наносит столько, сколько надо.
кидаем заморозку уже. И заморозка только первый раз ударила, посмотрите на таблетку. Это просто пипец. Вот как это назвать? Посмотрите на эту таблетку. 98%. Что это за фигня? 47. У меня, конечно, рез еще есть. Сейчас мы попробуем. Но это просто жесть, ребят. Я, честно говоря, в шоке. Давайте кинем рез. Вот 34 секунды у нас. Соседно. Минотавр, не знаю, там ударил, не ударил. Ну, посмотрите. 26 секунд. То есть надо просто тупо магию по максимуму. И то это не спасает. И то это не спасает в данной ситуации. 98% одна таблетка, и мы просто не проходим. Я, честно говоря, в шоке с этого. Я это никогда не смотрел, но это просто, просто жесть. Что такое нельзя сделать на битву гильдии, например? 98%. Максимальные все герои. Максимальные прокачки. Это просто пипец. Я в шоке. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, кто проходит. Будем пробовать. Ставьте лайки. Ждите новых видосиков именно по подземкам. Всем удачи, всем пока.